Привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу вместе с вами обсудить палетку Tom Ford Pretty Baby. Это самая дорогая палетка у меня в коллекции. Дорогая она, потому что, во-первых, она стоит 5700 рублей, а во-вторых, в отличие от других дорогих палеток, например, Анастасии Беверли Хиллз, Huda Beauty, Наташи Денона, здесь не 18-16 оттенков, а всего 4. В этом видео я вам предлагаю посмотреть на саму палетку, посмотреть на свотчи. Я нанесу каждый оттенок на глаза, и также я вам покажу дневной и вечерний макияж. И мы с вами выясним, стоит ли эта палетка таких денег и нужна ли она вам вообще или нет. Так что, если это видео вас интересует, то не переключайтесь, продолжайте смотреть и поехали! И сразу же еще скажу то, что в инфобоксе вас ждут тайм-коды, так что если вам интересно посмотреть сразу же выводы или наоборот перейти к макияжам, то вы можете зайти и по этим тайм-кодам перейти сразу же на ту часть видео, которая вас интересует. Итак, палетка называется Pretty Baby, она выполнена в красивых сиренево-фиолетовых оттенках, это холодная палетка, она отнюдь не на каждый день, но она невероятно красивая по своей гамме. Свотчи у этой палетки просто безумно красивые. Это нереально интересная, не самая обычная и не часто встречающаяся гамма. Холодная сиреневая гамма. Далеко не в каждой палетке мы сейчас это встретим, особенно учитывая то, что последние несколько лет актуальны розовые, красные и теплые оттенки. Согласитесь, это уже нечто более свежее и более интересное. Давайте теперь поговорим про каждый оттенок в отдельности, и я покажу их нанесение на глаза. Всего 4 оттенка, 3 из них это сатины и один лишь вот этот, это шиммер. Бежевый сатин является очень интересным и вспомогательным оттенком. Я сначала этот оттенок вообще не поняла. Я его нанесла и вроде бы ничего особенного нет на складке и зачем он нужен, что он вообще делает. Но потом я поняла. Во-первых, этот оттенок очень хорош для нюдовых макияжей, потому что он очень красиво и выигрышно, практически незаметно подчеркивает вашу анатомическую складку века. Он там смотрится красиво, он не привлекает много внимания, но при этом он создает именно правильную и красивую тень. И во-вторых, данный бежевый оттенок помогает тушеваться двум другим сатинам, то есть фиолетовому и коричневому. У меня с этими фиолетовым и коричневым бывают проблемы. Вполне возможно, что они идут от того, что ручки у меня кривоваты, но у меня иногда эти два оттенка тушуются с грязью, и если я использую сначала бежевый оттенок в складке века, а потом уже наношу эти два оттенка, то в таком случае грязи на веки у меня не бывает. Таким образом, лично для меня этот бежевый оттенок – это универсальный вспомогательный оттенок, который помогает лучше работать всем остальным оттенкам в данной палетке. Фиолетовый оттенок тоже очень красивый, я его тоже не сразу поняла. Вообще, этот девиз всей палетки – понять не сразу, но потом полюбить. Красивый, холодный, фиолетовый оттенок, его можно наносить в складку, можно наносить как акцент, можно наносить на все веко, он любым образом смотрится хорошо. Это красивый, холодный оттенок, на моей коже он иногда может уходить в грязь, поэтому я его предпочитаю тушевать мягкими пушистыми кисточками и, конечно же, предварительно туда, где я буду его натушевать, наносить бежевый оттенок. Таким образом, эти оттенки почему-то на мне лучше тушуются. Возможно, если у вас кожа более темная, тогда у вас этот оттенок будет тушеваться хорошо и без подобных танцев с бубнами. Но на мне это
Но на мне нужно обязательно использовать что-то вспомогательное. Последний сатиновый оттенок – это коричневый. Внутри каждого сатина есть блесточки, и коричневый не исключение. Здесь очень хорошо видны блесточки, но они совершенно не видны на глазах. То есть их видно в рефиле, но не видно на глазах. Эти блесточки здесь сделаны для того, чтобы оттенок лучше тушевался, чтобы он тушевался мягче и чтобы он не оставлял грязь на веки. Как я уже сказала, на мне бывают проблемы, на мне бывает та самая грязь, если не использовать бежевый оттенок. Но во всем остальном это очень хороший оттенок, его можно наносить, как я, вот такой вот пушистенькой кисточкой и легонечко тушевать, тогда у вас будет еле заметная легенькая-легенькая дымка из данного оттенка, которая будет придавать небольшое затемнение. Либо же этот оттенок также можно наносить более плотным слоем для активного затемнения. Иными словами, этот оттенок достаточно универсален, и вы можете делать с ним абсолютно разные вещи. Его формула, его качество вам это позволит. Но, к сожалению, он может осыпаться. И самый последний, самый красивый, самый невероятный оттенок – это, конечно же, розово-сиреневый дуохром. Это что-то с чем-то. Это самый красивый оттенок в палетке. Вообще, я брала эту палетку только из-за этого оттенка, потому что он невероятен. Данный оттенок можно наносить пальцем, можно наносить кистью, можно наносить спонжиком из данной палетки. И он любым способом нанесется, нанесется без проблем. Он наносится с первого слоя пигментированно, он не опадает, он не сыпется ни в глаза, ни под глаза. У него великолепная стойкость, он не меркнет в течение дня. Вообще просто идеальный оттенок. Его можно использовать разными способами. Можно, например, как я в дневном макияже, нанести его на пустое веко, без подложек, без баз. И тогда получится более дневная, более спокойная версия, но при этом тоже безумно красивая. Либо же можно его нанести, например, на клей для глиттера или на яркую подложку, как это сделаю я в вечернем макияже, вот в этом, который вы видите сейчас, и получить такой яркий-яркий, практически неоновый дуохром. Иными словами, этот оттенок можно приручить абсолютно разными способами и получить разный финиш. За это я этот оттенок очень и очень полюбила, и вообще подобного от теней Tom Ford я не ожидала, потому что я думала, что это какие-то взрослые тени, тени не для сорок, не вот таких вот бьюти-маньяков, как я, но оказалось то, что данная палетка может дать вам совершенно разные впечатления. Дальше давайте я вам покажу два макияжа, дневной и вечерний. Смысл данных макияжей в том, чтобы вы посмотрели, как эти оттенки наносятся на глаза, как они тушуются между собой, как они взаимодействуют между собой. Ну и, конечно же, посмотрели на то, что, в принципе, можно сотворить с данной палеткой. Поехали! Для начала возьму самый светлый оттенок, вот такой вот, и буду наносить его в складку века. Очень-очень простой оттенок, он хоть и кажется в палетке теплым, на самом деле он раскрывается, по крайней мере, на моей коже скорее холодноватым, но при этом это великолепный оттенок для складки века, для дневного макияжа, либо же для растушевки более темного оттенка тоже из этой палетки. Дальше беру фиолетовый оттенок и буду также наносить его в складку века и во внешний уголочек. Баба, буквально одно нанесение, одно прикосновение, и, как видите, уже очень пигментировано, очень ярко. Это именно фиолетовый оттенок, такой фиолетово-сиреневый оттенок синяка, я бы даже сказала. Поэтому он не на всяком будет смотреться хорошо. И дальше мы заходим уже в очень опасные воды. Я беру самый темный оттенок и буду его также наносить в складку века и во внешний уголочек. Опасные эти воды, потому что этот оттенок порой дает на мне очень даже нехилую грязь, поэтому с ним тоже нужно быть очень осторожным. И самым последним шагом мы, конечно же, будем набирать самый последний, самый интересный, самый красивый дуохромный оттенок. It's best to not feel sorry.
Вот так очень красиво выглядит этот оттенок. На камере, к сожалению, он очень плохо передается. Не видно даже близко его красоту. Но сейчас я закончу свой макияж, добавлю нижнее веко, добавлю реснички, добавлю карандаш в слизистую межресничку. И мы с вами посмотрим на финальный результат. Вот такой первый макияж у меня получился. Это дневная, повседневная версия. Да-да, для меня это дневной макияж. Я понимаю, что у всех дневной макияж отличается, но по моей версии он выглядит примерно так. Почему так? Во-первых, этот макияж занял всего 5 минут. Здесь нет никаких сложных растушевок, здесь нету никакой сложной межреснички, здесь нету никаких стрелок, которые нужно долго и скрупулезно выводить. Это макияж, сделанный в основном тенями, причем сделанный тяп-ляп, не сильно беспокоясь за тушевки, не сильно вырисовывая что-то. Это именно быстрое, простое нанесение теней. Здесь также добавлен карандаш на слизистую и тушь. Все, больше ничего. Макияж сделан буквально за 5 минут, при этом выглядит он невероятно красиво за счет этого красивейшего дуохрома. Во внутреннем уголочке здесь есть у меня хайлайтер розового цвета от бренда Joyer. И, в общем-то, все. Это очень быстро, очень просто и очень красиво. Теперь я буду делать вечернюю версию макияжа и начну я с карандашей. Сначала я обведу слизистую межреснички черным карандашом Victoria Beckham и потом я нанесу на все веко карандаш от NYX Jumbo Eye 623A. Забыла рассказать про следующий шаг. Дальше я буду набирать потихоньку каждой тени, то есть фиолетовый, коричневый и светлый, и буду тушевать, собственно, краешек карандаша. Дальше беру темный оттенок и продолжаю делать все то же самое. И, конечно же, не забываю про самый-самый светлый оттенок, которым я буду совсем чуть-чуть подправлять тушевку. Ну и дальше давайте возьмемся за самое интересное, то есть за дуохром. Я его буду наносить при помощи кисточки, которая лежит у нас в палетке, и вы сейчас сами увидите, что на этой фиолетовой подложке этот дуохром заиграет совсем по-другому. Отнюдь не так, как в дневном макияже. Бабах. Просто бабах. Я не знаю, на камере это бабах или не бабах, но в жизни то, что я вижу, это просто какая-то неоново-фиолетово-сиреневая бомба. Ну и следующим шагом я нанесу примерно все то же самое на нижнее веко, сделаю ресницы и вернусь к вам. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Вот такой
такой вечерний макияж у меня вышел, я просто в каком-то щенячьем восторге от этого макияжа. Понятное дело, что вы можете сказать, что на цветной подложке, на карандаше, все что угодно может заиграть хорошо. И вы будете правы, но именно для этого я вам показывала нанесение каждого оттенка на глаза и также показывала дневной макияж без подложек. Там, я надеюсь, я передала, насколько хорошо и просто тени работают сами по себе, без базы, без подложки, без всего. В этом же вечернем макияже я просто хотела показать вам, как сильно по-другому может заиграть эта палетка, эти тени, если сделать цветную подложку. Мне кажется, то, что вариант просто бомбический. Далеко не каждые тени, даже цветовой подложкой, способны вот на такое. Ну что это? Что это? Я просто в шоке от того, насколько это ярко и красиво. Ну что ж, надеюсь, макияжи вам понравились. Теперь давайте переходить к финальным выводам по данной палетке. Палетка на самом деле очень неоднозначная, и как уже писали мои подписчики под одним из предыдущих видео, эта палетка — это не любовь с первого макияжа, абсолютно не любовь с первого макияжа, больше того скажу, первые макияжи 3-4 я вообще не понимала прикола данной палетки, и я не разделяла всеобщей любви к ней, я вообще думала, господи, на что я потратила деньги. Но потом, в какой-то момент, тебя как будто бы что-то ударяет по башке, ты понимаешь, как нужно обращаться с этими тенями, и в этот момент у тебя наступает какая-то дикая любовь. Потому что эти тени действительно начинают на тебе играть, начинают играть хорошо, и ты начинаешь любить эту палетку. Но все же сначала нужно пройти небольшой, скажем так, подготовительный этап, небольшой этап макияжей, которые, возможно, будут не очень, или которые, возможно, не зацепят вас за самую глубину души вашей. Сама палетка очень качественная, тени приходят вот в таком вот чехольчике, здесь у нас внутри находится две кисточки, в основном это спонжики, очень удобные эти спонжики для нанесения самого красивого двухромного оттенка. Сами тени хорошо тушуются, хорошо наносятся, как я уже сказала, лично у меня есть нюансы с фиолетовым и коричневым оттенком. И за что можно поставить просто памятник этой палетке, за что можно выдать орден, награды канала Бон-Бон данной палетке, так это за ее стойкость. Если вы смотрели мой предыдущий обзор на Наташу Денону палетку 02, то вы уже знаете, как у меня горела жопа с их стойкости. Потому что там то, что ты делаешь то, что ты делаешь утром, ты делаешь что-то красивое и яркое, а вечером все выглядит просто как дешевка, все исчезает с глаз, и стойкости нет никакой от слова совсем. Здесь же какой макияж ты сделал утром, такой он и остается вечером. Ни грамма не теряется, ничего не тускнеет, ничего не опадает. Тени как были прекрасны утром, так же прекрасны они и остаются вечером. И это просто волшебно. Это бальзам на мою душу, потому что стойкость у большинства теней, ну, такая. И после той палетки, которая так меня разочаровала, здесь это просто феноменальная стойкость, за которую я могу поставить памятник этой палетке и за которую я могу ее уже обожать. Как я сказала, эти тени — это не любовь с первого макияжа. Я согласна то, что когда ты покупаешь дорогие тени, не хочется с ними возиться, и я самый первый человек, который говорит то, что за столь бешеные деньги тени должны работать идеально и с первого раза. Но конкретно в случае с данной палеткой я считаю то, что то время, которое вы потратите на то, чтобы подружиться с этой палеткой, оно полностью оправдано. Потому что в некоторых палетках ты пытаешься подружиться с тенями, но они не работают, никак не работают. Ты пробуешь так, пробуешь сяк, но ничего не выходит. Здесь же буквально 4, может быть, макияжей хватает для того, чтобы вы поняли, как с ней обращаться, и таким образом палетка начинает на вас раскрываться, и вы ее полюбите. Поэтому для меня, да, эти тени действительно не стали любовью с первого макияжа, и даже не со второго, и даже не с третьего. Но сейчас я эти тени глубоко люблю и уважаю за их красивейший результат, за простоту, за быстроту и за их стойкость.
Эти тени — это не тени на каждый день, потому что гамма все-таки холодная, специфическая. Далеко не каждый человек может носить ее на свою работу, далеко не каждый дресс-код вообще пропустит данные оттенки. И даже если вы являетесь очень большим фанатом холодных сиреневых оттенков, все равно рано или поздно вам данные цвета успеют надоесть и захочется попробовать что-то другое. Поэтому лично для меня эта палетка — это палетка на поиграться. Это палетка именно для бьюти-маньяка, у которого в принципе уже все есть, но которому хочется попробовать что-то новенькое. Здесь очень много граммов, здесь 9 граммов, и поэтому это не совсем укладывается в концепцию просто поиграться, потому что на просто поиграться хватило бы и меньшего количества теней в рефилах, но все же из-за цены данной палетки и из-за достаточно специфической гаммы я бы не рекомендовала эту палетку тем людям, которые хотят взять одну единственную палетку на всю жизнь и пользоваться потом ею десятки лет каждый день на работу. Это абсолютно не та палетка. Это праздничная, красивая, акцентная, интересная палетка, которая будет стоить до хрена, которая действительно опустошит вашу кредитную карту, но с другой стороны, которая подарит вам массу интересных впечатлений. Лично мне палетка понравилась, я не жалею о ее покупке, мне очень нравятся ее цвета, мне нравится ее стойкость, мне в принципе нравится их нанесение, нравится тушевка, я нашла способ, благодаря которому данные тени работают хорошо на мне, и в целом могу сказать то, что я не жалею о потраченных деньгах. Но также из-за цены я не могу на 100% рекомендовать вам эту палетку, потому что это слишком дорого. Ну что ж, на этом буду заканчивать свой обзор. Очень надеюсь, что он был для вас полезен и интересен. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!